Привет-привет! Рада снова видеть тебя на канале. Сегодня у нас на обзоре мини-печь BBK OE3071M2P. Компактная помощница для тех, кто хочет экономить место, но не готов жертвовать функциональностью на кухне. Я подробно расскажу обо всех ее возможностях, плюсы, минусы, все как ты любишь. Так что не переключайся, будет вкусно и интересно. Ссылки на печь уже ждут тебя в описании. Поехали! Давай начнем с внешнего вида мини-печи BBK OE3071M2P. Она довольно компактная, но при этом не теряет функциональности. Ширина составляет 506 мм, высота 331, а глубина 346. Так что найдет свое место даже на небольшой кухне. При весе 8,1 кг она остается достаточно легкой для переноски и установки. Внешний вид аккуратный и современный. Она впишется в любую кухню, будь то минимализм или что-то поярче. Кстати, не забудь заглянуть в описание под видео. Там ты найдешь ссылки на проверенные магазины и специальный промокод, который поможет сэкономить на покупке этой мини-печи. Теперь давай перейдем к особенностям BBK. Итак, объем камеры составляет 30 литров, что для мини-печи весьма неплохо. В ней можно запекать даже крупные блюда, будь то курочка или запеканка для всей семьи. Управление здесь механическое, что нравится многим. Просто надежно, никаких сенсоров, которые могут сломаться. Мощность духовки 1500 Вт, а это значит, что печь довольно быстро нагревается и может справляться с разнообразными задачами. Гриль здесь теновый, так что если любишь блюда с аппетитной хрустящей корочкой, это точно для тебя. Кроме того, мини-печь оснащена двумя конфорками. Одна на 1000 Вт, другая на 600, и они могут стать отличной заменой полноценной плите, если на кухне не хватает места. Внутри печь покрыта оцинкованной сталью, что повышает ее долговечность и облегчает уход. Ну и, конечно, важная деталь – регулировка температуры от 100 до 250 градусов. Такой диапазон дает полную свободу для готовки любых блюд, от нежных десертов до запеченных мясных шедевров. В общем, это устройство – универсальный солдат для кухни. Я внимательно изучила отзывы владельцев и выделила основные плюсы и минусы этой мини-печи. Начнем с минусов. Сильно греется при работе. Конфорки медленно нагреваются. Скудная инструкция. Нельзя одновременно использовать духовку и конфорки. Теперь к плюсам, которые особенно понравились покупателям. Компактная. Функциональная. Экономит энергию, хорошее качество сборки, легкая по весу, отличная комплектация, таймер в наличии, хорошо пропекает, не пересушивает блюда. Ну вот и все, друзья. Спасибо, что были со мной. Напомню, что все ссылки на магазины и мой специальный скидочный промокод находятся в описании под видео. Не забудь заглянуть. Делись своим мнением об этой мини-печи в комментариях. Мне будет интересно узнать, что ты думаешь. Ну и если хочешь видеть еще больше крутых обзоров, подписывайся на канал и ставь лайк. До скорых встреч!